Привет, мои сладкие, привет, мои хорошие тигретки. Сегодня с вами снова я, тигр Надя. Сегодня я хочу показать вам вот такие два набора открыток от Николая Кочеткина. То есть все, кто 80-е, 90-е, у всех были сказки с иллюстрациями этого автора. Ну, я думаю, те, кто раньше тоже, наши родители тоже знают это все. Вот, но просто... У меня было очень много разных книг, сказок с его иллюстрациями. Я их просто обожала. Я не знаю, чем он рисовал. Возможно, это пастель, как мне кажется. Вот. И я была безумно рада, когда я нашла два таких набора. На Лабиринте вот этот набор стоит 190 рублей, а вот этот 150. Но я их покупала на MyShop. Там они шли со скидкой. Но вот это все-таки на Лабиринте сейчас дешевле стоит, чем я его купила. Вот это, кажется, я покупала где-то, наверное, ну, в районе 180, возможно. Может быть, чуть меньше. Я не помню уже. Вот. И здесь у нас представлены не только популярные сказки, но и те, которые более редкие, которые, ну, забыли люди уже. И также, я думаю, что это просто невероятно классный подарок для тех, кто занимается посткроссингом и бумажными переписками, мейл-артом. Для пересылки таких открыток ваши собеседники просто, наверное, будут дико рады получить такие иллюстрации. И эти открытки можно отправлять также сразу, то есть без конверта, потому что они сзади оформлены для письма. И здесь у нас очень-очень красивый форзац внутри. Также идет из сказок иллюстрации. Здесь у нас идет перечень тех сказок, которые представлены. Бумага здесь дизайнерская. То есть она не просто белая, она идет с рисунком. Сами открытки. И здесь также идет иллюстрация. С обратной стороны у нас представлены иллюстрации. Также техническая информация. То есть издательство «Рич». Да, кстати, эти оба набора представлены от издательства «Рич». Они печатают просто потрясающие открытки и книжки, разные буклеты. Обожаю это издательство. Это у нас 2016 год, то есть совершенно свежие открытки. И давайте-ка посмотрим, какие здесь у нас представлены рисунки. Они невероятно красивые, их очень-очень приятно держать в руках. Если не ошибаюсь, то здесь где-то, наверное, 16 картинок. Честно, не знаю, не нашла информацию. Посчитать еще самой не было возможности. Но вот, давайте посмотрим. Такая вот прекрасная картинка. Это у нас, наверное, Морозко, если я не ошибаюсь. Да, это Морозко. Так что вот такой вот оборот открытки, где можно наклеить марку. В верхнем углу написать адрес в этом, и здесь у нас можно написать письмо. Конечно же, всем знакомая сказка «По щучьему велению, по моему хотению». Так и называется. Это у нас «Лисичка и колобок». Да, сказка «Колобок». Вот такая прекрасная иллюстрация. Очень-очень-очень красивая. Они глянцевые, воды не боятся, так что не бойтесь, что будете отправлять ее без конверта, с ней ничего не произойдет. И здесь у нас очень-очень плотный картон, качественный, который выдержит любую ручку, абсолютно любой маркер. И это у нас сказка о молодильных яблоках и живой воде. К сожалению, я совершенно ее не помню. Да, как-то вот так вот вышло. Это у нас... Бабушка Яга, костяная нога, очень красивая иллюстрация. Просто хочется ее разглядывать и разглядывать. Такая она красивая. Так много здесь деталей. Да, сказка Баба Яга. Итак, это у нас коза Дереза. Возможно, я могу ошибаться. Нет, коза Дереза. Тоже очень красивая. Дедушка здесь стоит такой. У него гребешок на пояске. И наша козочка с бубенчиком на шее. Итак, петушок, золотой гребешок, теремок.
Это у нас тоже из козы Дерезы. Кролик очень красивый. Или зайчик. Скорее всего, зайчик. Так, а это у нас сказка Мария Моревна. От слова море. Наверное, Моревна. Да. А может быть, Моревна. Не знаю. Моревна. Да. Вот так вот. Очень красиво. Такой богатырь здесь. На гнедом коне. Чётненько. Мухоморчики разные. Тоже не помню эти сказки. Возможно, у меня ее не было. Вот такая красивая. Змей Горыныч у нас здесь. Алёша Павлович и Тугарин змей. Да. Очень тоже красивая. Так интересно нарисован дождик здесь. Гроза. Никогда сама не пробовала такое изображение делать. Надо попробовать. Довольно интересно выглядит. Итак, а это у нас сказка Илья Муромец и Соловей-разбойник. Смотрите, как продетализированные люди на заднем фоне. Тоже очень интересно рассматривать. Здесь больно крупные штрихи и незначительная трава. Она, то есть, не особо не выделяется. Но зато люди очень-очень детально прорисованы. Лица у всех есть. И какие-то элементы на одежде. А также город позади. Ну, конечно же, вот это центральное изображение очень яркое. Особенно лошадь очень красивая. Так, это, наверное, у нас сказка. Ага, это Садко в подводном царстве. Тоже не знаю этой сказки. К сожалению, не знаю. Надо обязательно будет почитать. Тоже не было у меня такой сказки. Да, моя любимая тема морская. Очень-очень красивая иллюстрация. Теперь у нас идет вот такая вот красивая картинка. Очень красивая. Это у нас Святогор Богатырь. Тоже такую, не знаю. Стыдно, стыдно. Но, к сожалению, не было у меня такой. Вот такая потрясающая иллюстрация идет. Я бы сказала, что это жар-птица, но нет, это снова у нас сказка «Младенец в яблоках и живой воде». Вот такая вот очень красивая птичка здесь у нас. Итак, вот у нас убитый Змей Горыныч, Иван Крестьянский сын и Чудо-Юдо. Такая тоже красивая очень. И последняя у нас царевна лягушка. Безумно красивый лес. И разные вот эти вот лотосы здесь изображены очень-очень красиво. Итак, вот второй набор. Очень красивая обложка. Еще более красивая, чем предыдущая. Также здесь на обороте представлены мини-изображения всех иллюстраций. Опять же идет перечень всех сказок, что здесь есть. И вот такие вот красивые изображения идут внутри. Открытки немножко отличаются, потому что те более как-то вот у них белая окантовка идет по краям, да, у иллюстрации, а здесь чисто заполненное изображение. Я снимаю вообще-то. Так, первое изображение у нас потрясающее просто. В таких фиолетово-синих оттенках идет. Это у нас сказка «Деревянный орел». Такие вот вороны здесь изображены. И, как видите, везде есть подпись автора. Она иногда встречается в таких местах, где будто бы даже и нету, будто она вот часть иллюстрации. Теперь у нас идет изображение сказки Крошечка Хаврошечка. Очень красиво корова здесь изображена. Тоже такое пасмурное настроение. Очень-очень, как фотография красивая. Затем идет вот такая вот у нас сказка. Называется «Семь Симеонов». Да, такая вот девушка здесь.
Теперь у нас идет такая вот сказка Никиты Кожемяка. Очень тоже красивое изображение. Здесь зима у нас изображена. Более такая холодная открытка. Теперь у нас идет. Ой, как красиво. Посмотрите, как лучи падают, изображены, будто бы живые. А внизу еще разные персонажи, животные. Такие маленькие, даже сразу не заметишь их. Итак, это у нас следующий корабль. Но, если честно, я бы даже сначала не подумала, что это он. Да, если бы надо было бы только поразмыслить, но так сразу даже бы не догадалась. Итак, теперь у нас идет «Поди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». Как видите, здесь тоже очень много таких вот редких сказок, которые не самые популярные. Так, у нас снова «По щучьему велению». Да. Немножко другая, но тоже очень-очень красивая. Теперь тоже очень атмосферная открытка «Морозко». Затем у нас идет сказка «Царевна лягушка». Очень красиво. Не могу, прямо любуюсь. Не хочется из рук выпускать. Это у нас, кажется, тоже Баба-Яга. Угу. Такой вот русский лес. Затем идет у нас о трех богатырях, да, сказка. А, бой на Калиновом мосту. Угу. Очень красиво. Также идет у нас сказка Матюша Пепельной или Пепельной. Не знаю, как правильно. Первый раз читаю такое название. Не знаю эту сказку, но очень красивая. Это у нас медное, серебряное и золотое царство. Тоже очень красивые оттенки в открытке. Такая вот прекрасная открытка. Сказка о молодильных яблоках. Это уже, по-моему, третья или четвертая иллюстрация из этой сказки. Тоже очень красивая. Затем последняя у нас, конечно же, про Иван Царевич и Серый Волк. Да. Вот такая вот красивая. Живая. Кажется, будто бы эти лучи сейчас просто согреют ваши руки. Очень-очень красивое изображение. Очень сильно люблю я вот такую иллюстрацию книжную, потому что мне кажется, это самое прекрасное, что вообще может быть. И, к сожалению, сейчас все реже и реже иллюстрируют книжки именно в таком стиле. В основном все переходят на более такой комиксный стиль и на самый разный, но не классический, вот такой вот пастельный, что было раньше. Вот. И это потрясающие, потрясающие классические иллюстрации, которые просто трогают сердце и хочется пересматривать, пересматривать и пересматривать их. Вот. Надеюсь, вам понравилось. Все ссылки оставлю внизу. Постараюсь найти для вас самые низкие цены. Всех люблю, целую, обнимаю. До новых встреч. Пока-пока.